Уважаемые, в матч 31-го тура фон Бет первенства России ЦСКА «Энергия», и из-за пределов штрафной идет удар. Андрей Юрьевич Иванов и делегат матча Евгений Александрович Летин. Астафьев входит в штрафную, убирает под себя мяч, передача Тетрашвили, удар, и мяч проходит. Хабаровчане сейчас на половине поля, и Константин Бы в составе дальневосточного клуба. Максим Астафьев получил мяч и сразу продолжается атака Тосно. Аравин с мячом. Заброс в штрафную. И гол! И гол, который забивает Евгений Марков на 72-й минуте. Забил Евгений Марков! Тосно. Аравин с мячом. Заброс в штрафную. И гол! И гол, который забивает... Но Идеев подстраховал. Передача в штрафную. Прокофьев разворачивается и забивает гол. 2-1. Сокращает разрыв в счете Станислав Прокофьев. Ворота своего бывшего клуба. Передача в штрафную. Прокофьев разворачивается. И удар Карасева. Мяч проходит. Капеля. Что будет делать Капеля? Хорошо переиграл на соперника. Хороший под пяткой. Удар и гол. И гол забивает Никич Капеля. Гол и действие Никич Капеля приводит к третьему голу ворота СКА «Энергия». Капеля. Что будет делать Капеля? Хорошо переиграл на соперника. Хороший под пяткой. Удар и гол. И гол забивает Никич. Стадион со стороны центрального. Идет подача. Микускис скидывает. Но фиксирует взятие ворот главный судья. Кидает стадион со стороны центрального. Идет подача. Микускис скидывает. Выбивает. Мяч вперед, передачу. Снова Новоловский с мячом. Бьет. И мяч приземляет сверху ворот. 3-2. Тосно, СКА «Энергия», и в этот момент звучит финальный свисток. Ну а я, Владимир Басманов, информационный портал «Спортбокс» и футбольной национальной лиги.